need to tell you something. I really, 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 really like you. And I want you, do you want me too? Привет, я Эммануэль Вожер. И вот что. Игра — это всего лишь игра. А на дорогах будьте осторожны, соблюдайте правила и всегда пристегивайтесь. Ожидал, что ты снова объявишься. Здесь многое изменилось. В городе идет настоящая война. Прокачанные тачки. Иномарки. Олдовые тачки. Это драка за территорию. Все решается в гонке по каньону. На тебе не выжить. На тебе не выжить. Попали. Нам нужно срочно уматывать. Бери мою тачку, выбирайся отсюда. Кого я вижу? Ты
что, не ждал? Нам есть о чем поговорить насчет Рокпорта. Что скажешь? Я, кажется, не просил тебя встревать, Крок. С чего ты взял, что я позволю тебе охотиться в городе казино? Я Кросс, а этот тип не из ваших. Когда-то был из наших. Сколько за него дают? 150 штук. Дэвид, займись этим парнем. Так вот, в чем тут дело. Ники, это будет забавно. Какого черта ты сюда приперся? Ну-ну-ну, эй, но, потише, девочка. Я пока не в курсе, что произошло. Но я точно знаю, что тебе нужны серьезные деньги. А у меня есть кое-какие сложности с переделом города. И твои способности в этом деле будут очень кстати. Я ведь, кажется, уже дважды спас твою задницу от больших проблем. Так вот, услуга за услугу. Ники, ведешь своего старого приятеля в курс дела? Ты шутишь, да? У тебя есть еще идеи? Начинайте прямо сейчас. Не подведи. Как в тот раз. Спасибо, что дождался. Да ладно. Ники, а кто третий? Неважно. Дариус отдал нам все три, выбирая любую, какая больше нравится. Ну, если их тут три, я могу взять одну? Ну, то есть, вообще мне без разницы, какую брать, но лучше бы вон ту с крутыми дисками. Так проверь, заправлена она или нет. Ух ты! Здорово! Выбирай тачку и давай начнем. У меня нет времени. Ники чудо. Слушай ее, а я буду рядом и прослежу, чтобы она тебя не мучила. Ладно, хватит трепаться. Это все, что тебе нужно было знать. Я не могу больше тратить время на тебя. Поехали! Поищем приключений. Ты надолго пропал. Зажигал в Рокпорте, да? Тут многое изменилось. Куча мелких группировок. Просто безумие. Эй, копы! Диспетчер, это Кросс. У меня код 6. Ничего! Ох, мы сейчас повеселимся! Я помогу. Я отвлеку. Отрывайся! Разрешаю прекратить погоню. Нарушитель скрылся. Дариус сдал тебе убежище. Всем перейти на канал 3. В нем ты можешь чинить тачку и прятаться от легавых. Тебе нужен помощник, и это я. Давай покажу, как тут все устроено.
Город превратился в поле боя. Команды постоянно бьются за территорию. Хочешь быть в курсе событий? Смотри на карту. Мелкие команды появляются и уходят, но тебе стоит знать крупных игроков. Город поделен между Бусидо Кенджи, командой Вольфа и командой Энджи с 21-й. Ты сейчас для всех ноль без палочки. Но если ты выиграешь несколько гонок и отобьешь у кого-нибудь квартал, все поймут, что ты реально крут. Если главарю покажется, что тебе слишком повезло, тебя начнут искать. В гонке один на один у тебя есть шанс отбить у главаря всю его территорию. Насколько хватило тех денег, что ты зажал? Хочешь быть хорошим дрифтером? Научись проходить повороты в заносе на большой скорости. Один занос должен переходить в другой без ущерба для скорости. Чем ближе ты окажешься к ограждению, тем больше баллов тебе дадут. Но если ты зацепишь ограждение, счетчик обнуляется. Этот район для настоящих гонщиков. Ворам и крысам тут не место. Дарио спросил меня узнать, как у тебя дела. Невил, может, угостишь даму напитком? Ну, да. А каким? Может, какой-нибудь газировки? На твой выбор, ладно? Окей. Ну, кое-чего ты уже добился. По крайней мере, шороху навёл. Но меня не проведёшь. Одно мне непонятно. Почему ты до сих пор не уехал? Знакомьтесь, это Сэл Мастелли. Привет. Ники говорила, ты ищешь напарника. Слушай, ты меня совсем не знаешь, но я... Я знаю о тебе все. Я твой фанат. Был на всех твоих гонках. И на этой ноте я вас покину. Слушай, с тех пор, как ты уехал, здесь многое изменилось. Знаешь, теперь тут полно этих, ну, крутых. Одни понты. Я знаю здесь все подворотни, с детства знаю. У меня руки растут откуда надо. Я могу починить и настроить все, что угодно, так что... Пожалуйста, ваша газировка и вода. Куда она ушла? Надеюсь, я к нему привыкну. Что? Ничего, что ты неплохой парень.
Ты заставил меня ждать. И тебе хватило наглости появиться. Для гонки по каньону необходима хорошая тачка и полная концентрация. Гонка с главарем решает все. На первом заезде главарю дается небольшая фора. Дави на него как можно агрессивнее. Чем ближе к нему ты будешь держаться, тем лучше. После окончания заезда вы едете по той же дороге, только теперь ты едешь впереди и пытаешься оторваться от него. Если тебя обогнали или ты свалился с обрыва, ты проиграл. Запомни, лучший способ выиграть гонку по каньону – это не сдаваться до конца. Слушай, меня интересуют только гонки, остальное черт с ним. Но если ты хочешь оправдать себя, я могу помочь. Ночью, когда ты уехал, я тоже был там и кое-что видел. Все началось внизу. Когда все разбежались, я остался на месте и наблюдал. Потом я увидел Ники на земле. И вот что, у того парня, который ее сбил, была точно такая же сумка. Я могу вам помочь, ребята. Я один из лучших гонщиков в городе, вы же знаете. Я слышал, что ты вернулся. Теперь тебе пора исчезнуть. Получилось. Я, в общем, так и знал. Да и прочие узнали, что ты крутой. Не снижай темпа, бро. Точно? Не знаю. Один друг сказал. До встречи. Дариус, что ты задумал? Еще пара гонок, и его территория будет больше твоей. Да ладно, все в норме. Ему надо оправдаться, а мне нужны его способности. Не забывай, он нам должен. Ты его используешь. Я не использую его, просто я хорошо знаю, на что он способен. Что на тебя нашло? Не все гонки можно выиграть за рулем. Mm-hmm.
тебя никакая тачка и никудышная команда. Гони. Я помню, я стояла на этом самом месте. Финиш был близко. Я знала, что ты победишь. Но тут началось. Тот парень сбил меня с ног. И я попыталась встать, но он не давал. Я подумала, что он защищает меня. Меня все достало. Я отдала сумку тебе. Если ты не врешь, сумку действительно подменили, я ничего об этом не знаю. Почему ты не сказал мне о пропавших деньгах? Подменить сумку могли только там. И только тогда. Уходим отсюда. Помнишь меня? Не думаю. Если бы помнил, не совался бы сюда. Шанс убраться отсюда прямо сейчас. Ни за что, придурок. Я кое-что знаю. Послушай меня. Я была там той ночью. Я стояла у пожарного выхода, оттуда все хорошо видно. И слышно тоже. Четвертое. Разрешаю 1046, объекты Браво, Чарли и Дельта. Полиция, объект Альфа на Синетаюте не трогать. Вверх. Повторяю, объект Альфа не трогать ни в коем Потом случае. Легавые начали таранить все машины. Кроме твоей. Тогда я не поняла, почему. Кто-то тебя подставил. Тебе нужна хорошая команда. Я слышала, что ты в городе. Проваливай, откуда приехал.
Не выпендривайся. Еще раз увижу тебя на моей территории, сотру в порошок. Нужно было лезть в это. Кем ты был раньше, неважно. Теперь ты никто. Ну все, дрянь. Так-так, ты все-таки пришел. Слушай, я знаю, ты хочешь вернуть себе имя, и я могу тебе помочь. Ты должен помнить ту ночь, когда ты свалил. Тогда случилось что-то странное. Я там тоже был. Я приехал проверить, как идут дела. Все говорили только о тебе. Потом налетели голову. За голову! Эй, не двигаться! Выезд из аллеи был пуст. Он выпустил тебя и перекрыл выезд. И тут я просек, что у того парня на поясе был жетон. В общем, это был коп в штатском, а тебя просто кинули. Вот так, черт задери. Вообще, я этих гадов за милю чую. И не только чую, но и при случае готов помешать им. Так, наш сыщик разгадал загадку века. Ты ведь не можешь уйти по-хорошему, правда? Мы получили кучу денег, ты сохранил лицо, что тебе еще нужно? Но нет. Все зашло немного дальше, чем я рассчитывал. И настал час расплаты. Мистер Краул! Да ну. Я не дал тебе денег в прошлый раз. С чего ты взял, что сейчас будет иначе? Или ты действительно думал, что я просто так отмажу тебя от того лоха? А потом буду сидеть и смотреть, как ты резвишься в моем городе? Ха-ха-ха-ха! Твоя главная проблема — жадность. Пусть это будет тебе уроком. Эта территория моя, а тебе пора исчезнуть. Я Кросс. Гони его тачку ко мне. Игра окончена. Я просто коп, которому хорошо платят. Можешь убедиться. Yeah.
Слушай, мне надо сказать тебе кое-что важное. Так вот, ребята из твоей команды видели, как ты уезжал. И они говорят совсем не то, что Дариус. И главное, их истории прекрасно дополняют друг друга. Кто-то подкупил копов. Кто-то устроил твой побег. Кто-то подменил сумку. Теперь я знаю, кто это был. Дариус обожает играть людьми. Но кое о чем он не знает. По условиям сделки с Кроссом мы будем ездить вместе. Так что... не только у тебя есть старые счеты. А теперь... поехали. У нас еще есть работа. Да. Что? Ники это сделала? Хорошо. Мне нужна команда, работающая на совесть. Решил, что знаешь город? Ты не поверишь, что ждет тебя в этом тихом омуте. Знаешь, как я потратил деньги из той сумки? Сделал Ники щедрые подарки.
И не надейся. Ключи в машине. Гоняй на здоровье. Напомни, всегда найдется кто-нибудь быстрее тебя. И рано или поздно он тебя догонит. Away from the world, seen it all come undone. This is how.